Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Точка зору депутата». І сьогодні у нас в гостях перший заступник голови Миколаївської обласної ради, голова Миколаївської обласної парторганізації «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Михайло Соколов. Доброго вечора, пане Михайло. Добрий вечір. Раді вітати вас у нашій студії. Пане Михайло, ну, загально відомо, що ви не миколаєвець. Втім, ви обиралися до обласної ради в нашій області, вас обрали люди. Ви відстоюєте інтереси громади Миколаївської області. А чому саме Миколаїв? Наверное, потому что я здесь стал, еще будучи школьником, кандидатом в мастера спорта. Ничего. Может быть, потому что дедушка моих детей похоронен на братской могиле. Он был военным врачом и под Новой Одессой от немецкого снаряда погиб вместе с другими нашими солдатами советской армии тогда еще. Наверное, потому что Юлия Владимировна решила, что у меня лучше получится повлиять на развитие области, на развитие региона. И я много лет работаю в Николаеве, живу в Николаеве. Поэтому как-то так, наверное. И как вам город? Вы знаете, я полюбил Николаев. Для меня он стал вторым родным. Хотелось бы, чтобы он градостроительно больше развивался. Хотелось бы, чтобы он стал городом, который пока еще немножко недолюбливают, может быть, его отцы, его жители. Хотелось бы, чтобы он был чище, ярче, чтобы мы нашли возможность сделать еще гораздо больше, чем то, что было сделано за период независимости Украины. И мы сейчас этим занимаемся, собственно, вместе, да, со всеми политиками. Вы теперь представляете интересы николаевцев в областном совете, и, собственно, и должность у вас такая, вы первый заместитель главы областного совета. Если говорить о тех проблемах, которые сейчас есть в области, для себя лично, какие вы ставите вот во главу угла, какие вопросы вы выделяете среди других, что первое нужно сделать? Ну, смотрите, по статистике наша область привлекла, по сравнению с другими областями, за период независимости, за 24 года, меньше инвестиций, чем другие области. И я считаю, что наша задача номер один – создать те условия, благодаря которым инвесторы из других регионов Украины, инвесторы из других государств придут. И у нас каждую неделю есть хорошие новости в этом плане. Также я считаю, что это позволит создать рабочие места. И это тоже наша задача. Кроме всего прочего, мне кажется нелогичным, любой другой областной центр Украины имеет кольцевую дорогу. И в Николаеве, в частности, этой кольцевой дороги немножечко она, как говорится, недостроена в силу того, что так называемый японский мост или там мост Кирпы, по-разному его называют, мост через Буг, который фактически в связи с отсутствием которого тяжелый транспорт идет через город, через центр города, вынужден двигаться через Ингульский мост и двигаться на Одессу. То есть у нас, в общем-то, та трасса, которая должна быть транзитной, проходит через жилые кварталы города. Я считаю, что мы должны запустить аэропорт, я считаю, что мы должны отреконструировать железнодорожный вокзал, сделать его более дружелюбным по отношению к пассажирам и более удобным. Я считаю, что мы должны вместе с руководством области, с руководством государства найти пути решения, как это сделали в других областных центрах, и все-таки достроить кольцевую дорогу, в частности, сделать этот мост. Это разгрузит город Николаев от транспортного потока. Это даст возможность наши порты, в которых у нас рабочие места, больше загрузить. Мы в связи с этим запланировали с головой областной рады, с Москаленко, с губернатором Мериковым Вадимом Ивановичем, с руководителями профильных комиссий лететь в США, лететь в Сиэтл, лететь в Такому. Такома – это город очень похожий на Николаев, потому что он является океанским морским портом, ну, таким океанского морского класса. И там инфраструктурные решения, которые для нас интересны. Будем приглашать Александра Сенкевича, нам предлагает штат Вашингтон стать побратимами. И у нас очень много общего. Я надеюсь, что во второй половине июня эта поездка произойдет. Было бы очень здорово, если бы главный архитектор города уже был выбран, мы бы его могли пригласить с собой.
потому что они тоже являются аграрной такой территорией, ну, у них не область, а штат называется. Они также имеют логистические коридоры, ведь Николаев это такой, можно сказать, город, в котором международные морские порты, потому что класс портов, он считается морскими портами в Николаеве, и мы должны их развивать. Причем это сложный такой организм, взаимосвязанный между областью, между городом и между портовыми хозяйствами. Чем больше... Вы считаете, что именно развитие портового хозяйства – это путь к развитию города? Все-таки про судостроение... Смотрите, судостроение, безусловно, должно развиваться, но пока, например, крупнейший завод, который строил там авианосцы даже и так далее, он в собственности на балансе государства находится в лице Укроборонпрома, и мы как областной совет никак на него не влияем. Я знаю, что есть заказчики, они к нам приезжали, очень бы хотелось, чтобы все-таки эти заказы возобновились и заработали, но та география определена нашей области, что мы, можем быть столицей сельского хозяйства всей Украины, мы можем быть центром переработки сельхозпродукции и, как следствие, местом, откуда экспортируется не сырье. Сейчас то, что мы научились хорошо экспортировать зерно, кукурузу, это все равно, что мы теряем, знаете, валовый национальный продукт. Это мы теряем добавочную стоимость. Нужна переработка. Это создаст рабочие места. Это больше средств станет в регионе, больше налогов. Мы будем больше развиваться за счет этого. Молодежь сможет распределяться по профильным профессиям. Я уверен, что в этом будущее Николаева. Смотрите, возвращаясь к кольцевой дороге, о которой вы говорили, о строительстве моста, а вот перспективы, это же колоссальные траты на все это строительство. А где брать деньги? Ну, смотрите, в период независимой Украины, например, мост через Днепр, который гораздо длиннее, так называемый Южный мост, проходящий через самую широкую реку нашей страны, в городе Днепропетровске был построен. Или, например, мощнейший терминал Д, цена которого более 400 миллионов, тоже были построены. Я уже молчу о тех терминалах, которые построены разными компаниями, там, Никотера, Небулон и так далее, суммы и затраты на которые сопоставимы даже больше, чем строительство моста. Сейчас, между прочим, строится мост через Днепр в Запорожье. Поэтому это, знаете, деньги большие для города, это деньги большие для области, а в масштабах государства не такие большие. Я специально обратился с запросами в налоговую администрацию Украины, специально обратился с запросами в службу социальную, вернее, службу статистики и увидел о том, что, например, тот акциз, который был начислен и уплачен в государство, при продаже каждого литра топлива, дизельного и других светлых нефтепродуктов в нашей области, эта сумма гораздо больше, чем те деньги, которые мы на протяжении 2014, 2016, 2015 года получили для строительства дорог. Значит, эти деньги в государстве, они остались, они пошли на другие области. Значит, наверное, настала пора, чтобы бюджеты, собирающиеся в виде акциза с других областей, были перенаправлены к нам, в Николаев. Без этого, ну, перспектива развития ограничена. И мне очень приятно, что это понимают уже и в Киеве, и участники новой коалиции, и понимают руководство области. Иначе, ну, нам сложно будет развивать портовое хозяйство, перевалку, логистику. Иначе мы не сможем через себя пропускать транзитом по международным транспортным, так называемым, коридорам транспорт. И мы не должны дышать этими выхлопными газами, страдать из-за раздавленного асфальта этой грузовой техникой тяжелой и так далее. Они должны ехать вокруг нас. Это все реально абсолютно. И это делается здесь и сейчас, в Украине, но пока, к сожалению, в других областях. Вы коснулись темы аэропорта. В общем-то, с учетом транспортного коридора, который здесь, аэропорт был бы хорошим подспорьем, в том числе для транспортных перевозок. Очень много, в течение многих лет говорят о том, что аэропорт нужно восстанавливать, долги, решают, что с ним делать, но, тем не менее, вот насколько я знаю, вы тот человек, который всерьез взялся за эту тему. И вроде как даже нашли инвесторов, которые готовы вкладывать в развитие Николаевского аэропорта. Ну вот об этом подробнее, пожалуйста.
Смотрите, на самом деле нет никаких чудес, ничего нету особенного. Аэропорт Николаевский исторически, изначально достаточно современный по сравнению с другими аэропортами Украины. Взлетно-посадочная полоса, которая имеет протяженность 2 километра, 550 метров, она может самые тяжелые, самые длинные самолеты, самые грузоподъемные принимать. Она сейчас в нормальном состоянии. Она с точки зрения инженерно-технической в прекрасном состоянии, но с точки зрения состояния верхнего покрытия она нуждается в ремонте. Он выкрашивается, нужно просто заменить там местами верхний слой и так далее, для того, чтобы сертифицировать и получить право на будущее взлетов и посадок. Так вот, я хочу сказать, что, например, за последние 10 лет среднестатистически, пока не начали какие-то лица, какие-то руководители области, я думаю, правоохранительные органы помогут нам в этом разобраться, пытаться его прибрать в частные руки в период Януковича, правления Януковича. Это искусственные долги созданы, искусственная сложная ситуация, и мы сейчас легко ее распутаем. Так вот, осуществлялось 1600 взлетов и посадок каждый год, по журналам просто учета. То есть, это говорит о том, что каждый день минимум 3 самолета в Николаев прилетали и улетали. Если мы поднимем статистику, какое количество пассажиров летало из Николаевского международного аэропорта, она тоже солидная очень. Это 12, 14, 16 тысяч человек каждый год. Сегодня, например, граждан с николаевской пропиской вылетает из аэропорта Борисполь за пределы Украины 36 тысяч человек. Это говорит о том, что если бы наш аэропорт работал, он бы был сполна загружен. Херсон гораздо меньше, чем мы. Каждый день рейсы на Стамбул, рейсы на Киев. При том, что херсонский аэропорт всегда стоял, гораздо меньше оборачивал пассажиров и грузы. Ну как-то они же привлекли к себе. Сегодня уже все эти перевозчики у нас в гостях. Сегодня они уже хотят с нами сотрудничать. Сегодня уже международные авиалинии Украины утверждают о том, что тех 36 рейсов, которые в Одесский аэропорт прилетают, это перегруз, и они хотят летать от нас, из Николаева. И сам факт того, что на наши плечи это взвалилось, на плечи областного совета, в силу того, что собственность международного аэропорта не государственная, а областная, это наши общие совместные громады, так называемой Николаевской области, совместная собственность, мы хозяйствуем и планируем в конце года возобновить полеты. Это реально. Ведем переговоры с Министерством транспорта Украины, которое сейчас называется Министерство инфраструктуры, которые нам предлагают стать резервным вторым аэропортом в Украине для приемки тяжелых самолетов. Такой статус имел Донецкий аэропорт, который мы потеряли временно. И самолет, который летит, например, в Украину издалека, с пассажирами, у которых есть визы в Украину, или с грузом, который затаможен для Украины, он не может лететь в том случае, если только один аэропорт есть, это Борисполь. Он может лететь в том случае, если есть еще аэропорт, который тоже может его принять в случае каких-то резервный. Погодных, так называемый резервный. Но этот статус даст нам возможность серьезно перемещать транспортные потоки, которые исторически были у нас из Китая, из Африки, из Турции, к нам постоянно летели транспортные рейсы. Поэтому я уверен, что Николаев не только вернет себе статус сельскохозяйственной столицы Украины, но и будет серьезным индустриальным городом и областью, которая, естественно, не может существовать без аэропорта. Сегодня это как город не может без троллейбуса или без трамвая, так область не может без аэропорта жить. Ну, недавно состоялась встреча с представителями турецкой компании, которые готовы вкладывать в это деньги. Да, каковы результаты этой встречи? Мы их пригласили, да. Мы проводили переговоры. Они сделали оценку юго-восточных аэропортов Украины. Для себя сделали вывод, что лучше, чем Николаев, нет ни одного аэропорта. Им даже Одесса не так понравилась, потому что там есть конструктивные недостатки взлетно-посадочной полосы. То есть у нас классная полоса, это наиболее привлекательно, да? Ну, у нас, во-первых, хорошие погодно-климатические условия. Этим мы выгодно отличаемся от Западной Украины. У нас меньше обледенения, у нас более прозрачная атмосфера, у нас меньше атмосферных осадков, у нас меньше туманов и так далее, и так далее. Кроме всего прочего, фундамент, на котором находится взлетно-посадочная полоса, он природно-гранитный.
твердый, mm-hmm. высокопрочный. В отличие, например, от Херсона, который, в общем-то, на болотах находится. Поэтому компания RAV3, которая управляет 4 мировыми аэропортами, в разных странах они находятся, и в Африке в том числе, и в Турции, и в Афганистане, они задекларировали готовность инвестировать в наш аэропорт. Это большая редкость, особенно в период войны с внешним агрессором, которым с удивлением для нас стала Россия. И сегодня они очень надеются, что сессия поддержит тоже депутатский корпус, их инициативу. Вкладывать средства в новый аэровокзал, вкладывать средства в терминалы для перевозки грузов, овощей, фруктов, которые произрастают, ореховых культур, которые произрастают в Николаевской области и на юго-востоке Украины для экспорта, а также терминалы для импорта готовой продукции, для перевалки готовой продукции. Поэтому сегодня между руководителем областной рады Москаленко Викторией Викторовной и руководителем компании RAV3, которые имеют турецкие, германские корни, подписан такой предварительный меморандум о взаимопонимании, о том, что стороны хотели бы одна найти инвестора и запустить аэропорт, чем мы и занимаемся, а другая хотели бы вложить средства, инвестиции и принимать участие в управлении аэропортом. То есть все это возможно было и раньше, просто нужна была чья-то воля для того, чтобы... Мне сложно судить, я всего руководил партией, я не принимал участие в руководстве области, поэтому в разные периоды времени разные возможности, окно возможностей разное открывается. Сейчас эта возможность есть, сейчас мы точно можем запустить. И я так думаю, что в период Януковича прекрасно понимали лица, которые управляли этим всем, и, наверное, в каких-то личных корыстных целях пытались такую модель выстроить хозяйствование, чтобы он был потерян для областного совета, для областной громады, перешел в какие-то руки, видимо, более приватные. Наверное, тоже такие цели испытывали, вынашивали, но это не нам судить. Скажите, а достаточно ли для восстановления работы аэропорта, ну вот желание области, желание областного руководства, или все-таки нужна поддержка Киева, который там создаст какие-то определенные условия? И в этом контексте сейчас же говорят много о том, что вот уряд Арсения Яценюка идет в отставку. Ваш взгляд на это событие как представителя партии и перспективы для области в этом контексте, какие открываются? Я считаю, что любое такое учреждение, особенно которое нуждается в разрешительных документах, выдаваемых центральными органами государственной власти, то ли это министерство, то ли это служба безопасности полетов, конечно, как-то от Киева зависит. Хотя все требования четко прописаны, мы их просто должны выполнить и получить эти разрешения, раньше или позже. Меня другое огорчает в вопросах с уходом Яценюка. Если бы он был прекрасным премьером, если бы все избиратели, жители Украины были бы благодарны ему за работу, ну согласитесь, он бы не ушел вчера. Согласитесь, он бы дальше был премьер-министром. А тут вдруг так происходит, что он, понимая, что его кредит доверия исчерпан, понимая, что он с ценами на газ явно перегнул, у нас были цены на газ в 7 раз ниже, чем те, которые сейчас при Яценюке возникли. У нас, к сожалению, не произошла индексация пенсий. У нас, к сожалению, произошло целый ряд моментов, из-за которых он, мне кажется, должен не просто уйти, а Яценюк, наверное, должен понести ответственность. Посудите сами, до него был премьером Азаров. Он почему-то ответственность тоже не понес. Сейчас он свободно проживает в соседнем государстве. До него были премьеры, еще другие тоже, и так далее, и так далее. Но вот этот фактор безнаказанности, он порождает вседозволенность для тех людей, которые ответственны перед нами с вами, перед жителями Украины, в вопросе неправильных управленческих решений. И я очень надеюсь, что все-таки с Яценюка начнется политический период политической ответственности за содеянные действия, которые идут вразрез с интересами общества. Что ж, на жаль, наш час вычерпан.
Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Стосовно Миколаївської області, будемо сподіватися, що аеропорт таки працюватиме. І не тільки. Все добре. Спасибо вам. Хорошого вечора.